Всем привет! Выехал на речку Южный Буг половить на поплавочку и на удочку с боковым кивком на летнюю мормышку. Сейчас приготовлю два местечка для рыбалки. Одно тут, а второе там, возле коряжника. Там, где я ловил недавно карасиков по 700 грамм. Да, местечко хорошо травой заросло. Но ничего, у меня есть с собой народные средства против травы. Они же грабли. Опа. Одно местечко расчистил, сейчас пойду еще там, может, одно или два подчищу, а пока это прикормлю. Прикармливать буду кашкой самодельной. Этот раз пытаюсь уже на карпа подобрать кашку, рецепт. На карася я уже знаю, на леща тоже, неоднократно испытанную, уловистую. Рецепт этой кашки я оставлю в описании под видео. Рабельками хорошо, сейчас дно поворошил. Поднял много разных букашек, комашек. Раньше, помню, так и ловили методом кирпича. До рыбы было много. Привязываешь кирпич за веревку, бросаешь, поднимаешь муть вместе с букашками, комашками, и рыбка сходится. Так, есть глубина. Не понял. Поклевка сразу. Вот тебе и букашки, и комашки. Сразу окунь подоспел. Мелочь. На окуня пойдем в сентябре. К нам подходит туда крупнячок. А туда надо его и ловить. А сейчас вот такая мелочь только клюет. Поплавок пристроил. Раскладу удочку с боковым кивком. Удочку я это покупал в Алиэкспрессе. 7-метровка. Вообще, так мечтаю о тике премьеры 6-метровой. Но эта удочка в 5,5 раз дешевле. Плюсы. Мощная. Кончик у нее идет цельный, не пустотелый. Плюс еще запасной идет в комплекте. А из минусов она лапшевидная. Поклевочка. Умудрился зацепиться. Хорош карасик. На поплавочку. А заглотил, капец. Карасик взял вот на такие капли. В общем, на червячок я капнул
капли масла лаванды. Вот такие. Масло лаванды я специально покупал против оводов. У нас на Южном Бугу они просто загрызают. И в общем карась клюнул на это масло. И заглотил, что капец. На боковой кивок вообще поклевочек нет. Пока нет. Так что поплавочка пока 1-0. Так, где мой садок с синей изолентой? Первый пошел. Поклевка на поплавочек. Поклевочка, поклевочка. Есть. Вот это да. Поплавочка делает боковой кивок. Хотя я раньше делал батлы, всегда кивок многократ облавливал поплавочек. Да ты что? Вот тебе масло лаванды. И причем, посмотрите, все полностью в шахту заглочены крючки. Это означает, карасю очень нравится. Пробочку накапал масло лаванды. Опускаю червячка. Только на поплавочек, на поплавочек. Вот так, 3-0 в пользу поплавка. И я этому рад. Это говорят, кивок ловистый, 100%. Да, все-таки, если подобрать правильную насадку на карася, то кивок гуляет. И я ее подобрал. Заменил я поплавочек на другой. Тот из пера, конечно, хорош, но камера на нем очень плохо фокусируется. Еще один. Хорошенький. Вот такой красавец карасик. Не помогает этому масло лаванды сегодня против оводу. Налетели штук 10. Кепкой отбивался. Не знаю. Если кто знает, как с ними бороться, напишите, пожалуйста, в комментариях.
три боковой кивочек. Красика споймал. Посадил также червячок вместе с маслом. На поплавок вижу шевеления были, а поклевки нету. Думаю, опущу мормышку тоже с червячком. Опустил, вот и сработало. Так, а ближе к вечеру, уже часов 8, уже карась должен перестать клевать, а буду ждать карпа. Составлю пару горошин, должен будет карп на точку подойти. Нет карася, прошелся я по берегу, глухо возвращаюсь назад. Все-таки кашка приманила карасика, надо добавить свой рецепт. Кстати, ребята, последних 5 рыбалок выезжал на донки. Провальные. 1-2 карася. Один карпуша взял и все. Это вообще какой-то капец. Непонятно, что с этой рыбой творится. Так. Я-то вернулся. А поплавка нет, а? Ушел, без присмотра оставил. Что за дела? А он в кувшинках. О, завело. Вот там еще и карась сидит. Еще неплохой. Вот такой карасик. Футболил. Есть, есть. Угу. Карасик. Вот это карасик, так карасик. Под вечер крупнячок подошел. Хороший карасик.
Опа. Хороший карасевич. Прям оранжевый. И снова у меня червячок закончился. Надо было больше чуть накопать. Еще мелкий такой. Так, остатки каши выбрасываю и жду поклевку карпа. Пару горошин оставил. Сейчас по времени 8 часов. У нас обычно карп клюет от 8 до 10. Так что ждем. Там на поплавочку поклевка. Да, сегодня поплавок прям в ударе. Даже плиточка такая неплохая взяла. Кстати, там подписчики говорили, что проводочку ее половить на пшеничку. На днях попробую. Совсем забыл за манку. Я сегодня взял манку, чтобы болтушку сделать. Сюда бы эти капельки добавить. Так, ну это, наверное, уже сюжет до следующей рыбалки. Приду я сюда с двумя поплавочками. Одна будет манка с этими каплями. Ну, а вторая, наверное, червячок. Есть! Ах! Сошел! Так красиво поднял кивочек. Эх, печалька. Да неплохо вообще. Даже отлично. У нас по весу примерно. С сеткой 2200. Сетка пусть грамм 300. Почти 2 килограмма. И самого крупного сейчас карася возьму, тоже взвешу. Ну вот этот на кивочек спинался. 445 грамм. Ну, не 700 грамм, как в прошлой рыбалке. Ну, пойдет. Таких тоже приятно ловить. Если видео понравилось, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока. Погнал я домой.